30 тысяч североказахстанцев ушли на фронт и не вернулись. Никаких сведений о них нет. Из Айыртаусского района сражаться с врагом во время Великой Отечественной войны ушли почти 10 тысяч человек. Без вести пропали свыше 1500. Каждый год на поиски останков солдат Победы отправляются активисты специальных объединений разных стран. В марте 2020-го с помощью медальона они нашли воина-североказахстанца Каиржана Тыкшекеева. Со всеми воинскими почестями бойца захоронили на его родине в Айыртаусском районе. О возвращении солдата Победы домой. Наш следующий материал. Истории подвига и победы. Рассказать их своим близким не смогли те воины, чьи имена навсегда застыли в холодном мраморе. Больше 1500 человек. Столько же судеб, которые оборвались на фронтах Великой Отечественной войны. В этом списке погибшие и без вести пропавшие ее участники. В нем был и уроженец колхоза Карла Маркса, а ныне Даукары, Каиржан Тыкшекеев. 24 октября 2020 года, спустя 79 лет, он вернулся домой. Найти пропавшего без вести бойца спустя столько лет – настоящее чудо. И случилось оно в марте этого года благодаря активистам Украинского патриотического объединения «Вертикаль». Личность Каиржана Тыкшекеева, который погиб при обороне Киева, установили с помощью медальона. Прежде чем отправить останки солдата на родную землю, с ним простились в Украине. Триста человек было найдено в этом. На опушке леса. И опознали только троих человек. Это был вот один из наших Казахстана, Айыртаусского района, то есть села Даукары. А остальные два человека, которые были найдены, это с России один красноармеец и один с Таджикистана. Первая его посадка была в Атырау. Там они уже передислоцировались и бортом прибыли в Нур-Султан. Все прошло на высшем уровне. За время, что Каиржан Тыкшекеев был на войне, он отправил своим родным 12 писем. Сейчас они хранятся в столичном архиве. Дома его ждали трое детей и супруга. После 41 года связь с бойцом резко оборвалась. Жена солдата искала его и верила, что он вернется. В 1945-м стало известно, что Каиржан Тыкшекеев без вести пропал. Но надежды тогда не покидала родственников, рассказал один из его 18 внуков, Марат Тыкшекеев. Из-за разных слухов верить в лучшее его семье было очень непросто. Были разговоры, что он предатель, который сдался немцам. Близким было больно от таких слов. Они, конечно же, в это не верили. День, когда его нашли, был очень важным для нас. 24 октября он вернулся на родную землю. Больше никто не сможет сказать о нем плохо. Эти стихи, посвященные войне, Каиржан Тыкшекеев отправил жене в одном из писем. В последующем они стали основой для песни, которую исполняла в память о своем родном человеке супруга бойца. Родные говорят, что они были красивой парой, с трепетом относились друг к другу. Ни ее, ни их детей уже нет в живых. Такие радостные, одновременно грустные моменты, хочется сказать. Память сильнее времени, еще сильнее мечты родных, пропавших солдат Победы. В Айыртаусском районе таких 1729. 24 октября их стало на одного меньше.